Всем привет, мои дорогие друзья, я с вами снова Верикс в мире игр. Сейчас, в данный момент, как вы видите, опять заставочка Майнкрафт, я вам не буду рассказывать ни о каких модах и тому подобное, как вы видите, Майнкрафт версия 1.5.2. Я хочу предложить вам одну новость, даже не предложить, а просто рассказать такую замечательную новость, что, думаю, у меня сейчас просто экзамены, в общем-то, я все-таки учусь в школе. В общем, у нас подготовка идет, уже времени нет записывать видео на YouTube. Ну и, в общем, я вам хочу сказать, ближе к лету я буду продолжать свой проект, но в данный момент сервер будет один. И сервер будет называться «Голодные игры». Давайте сейчас я вам покажу более-менее о «Голодных играх». Сервер, в общем-таки, файлы брал с каких-то некоторых сайтов и тому подобное. В данный момент сервер работает пока от моего компьютера. Я вам хочу просто продемонстрировать, что же мой сервер будет в общем-таки представлять из себя. Так, сейчас я... Блин, я же ввел логин. А, логджин. Я какой-то... Мне надо логин 1, 2, 3, 4, 5. А, ладно. Я, короче, увеличу тайм-аут в данный момент, чтобы пробовать регистрироваться. Так, ну так вот, как вы видите, что у меня в данный момент и есть. Это наш доблестный спаун. В данный момент, чтобы определиться, вы подумаете, голодные игры, ё-моё, смотрите в интернете, ни разу не играли на сервере. Но в данный момент я вам представлю такую возможность, создам сервер с голодными играми, где вы сможете поиграть и спокойно развиваться. В данный момент сервер находится в разработке. Но позже я все-таки буду пробовать его до конца доделать и тому подобное. Так. Что я могу вам сказать? Как вы видите, стоят тут такие люди типа Стива. В данный момент, как вы видите, написано «Креатив». В данный момент, что же я вам могу сказать про креатив? Дюп, где вы сможете дюпать вещи. И сюрвайл, где вы сможете, собственно, выживать. Есть TNT Run, в общем-таки такой режим, и Сплиф. В данный момент, конечно, я не знаю, что это такое, потому что сервер, в общем-таки, я очень долго настраивал, и очень давно я уже все забыл практически, что я тут делал. В общем-таки, TNT Run и Сплиф. Мы зайдем еще и посмотрим. Как мы видим, голодные игры, Hunger Games и паркур. Паркур не был доработан, и Hunger Games я тоже не знаю, в данный момент я буду все доделывать и дорабатывать. Как мы видим, Skyblock, Islands и Mob Arena. Ну так вот, давайте с самого начала начнем с дюпа, как я вам показал, креатива и сюрвайвала. У-ху. Так, в данный момент у меня нету никаких прав на сервере, я просто, считаю, играю с какого-то там левого аккаунта, как бы. Просто играю как обычный игрок на любом сервере. В данный момент у меня... Имеются команды такие, как Warp, Spawn и еще команды можете вбить и посмотреть, какие будут вам доступны. Так, как мы увидим с вами креатив, что у нас тут такое. Спаунер для донатеров. Башня, печка. Угу. Как мы видим, что у нас тут есть. Что у нас тут еще написано? Портал в ад. Портал в энд. Огонь для донатеров. Ну так вот. Как мы видим, все кнопочки в данный момент будут работать. Так. Зашли мы в тот портал, как мы видите. Это был креатив. И вернулись мы на наш любимый и добрый спаун. Давайте же все-таки там проверим кнопочки в данный момент. Показать вам на вшивость. Что сервер в данный момент работает. И я все-таки его потихоньку настраиваю. Так. Portal Land, огонь для донатеров. Все, что? А, вот у нас еще как что-то есть. Креатив мир. В общем-таки, в данный момент эта игра представляет простое развитие Майнкрафта, но еще некоторые такие прибамбасы на сервере и плюшки. В данный момент все знают уже, что там может быть у нас. Так, креатив и мир. Что же тут написано? Добавить друга в участок. В общем-таки, все команды, которые в данный момент будут использоваться на этом сервере. Так, вы видите, уже подробнее о донате. Пишите скайп создать. 56 рус. То есть это я. Спаунер для донатеров. Видите, он мне недоступен. Башня.
Опс. Видите, что у меня появились? Блоки. В данный момент берем блок, кликаем по нему правой кнопкой мыши, видим виды доната. Ну и, ребята, естественно, донат будет на моем сервере. Как вы видите, донат я, конечно, поправлю для начала, потому что игроков с самого начала не будет, и сделаю его очень дешевым, но, правда, кто уже хочет донатить и так далее, я его полностью настрою. Донатить также сможете через интернет, но это все-таки я буду настраивать и, в общем-таки, через сервер. Также еще я создам лаунчер свой, где через мой лаунчер вы сможете также заходить на другие прочие сервера версии 1.5.2. В общем-таки, вот так. Сделаю его под себя, настрою и тому подобное. Так вот, видим пашня. Она доступна только для креатива, для донатеров. Как мы видим, она для нас недоступна. Как мы видим, видите, такие крестики. То есть нам нельзя его использовать. Донат. Дальше. Креатив меню. Опс. Нажали и тпхнулись на участок. Видите? В данный момент. Сейчас посмотрим. У меня нет просто прав. Я не могу строить здесь. Видите? Вот так вот. Как вы видите, люди тут могут жить и так далее. Я, конечно, полностью не разбираюсь, потому что, знаете, собирал сервер, вот, ну, аж зимой, потому что все-таки не хочу я свой... делать так, чтобы мой проект тупо пропадал и тому подобное. Давайте же посмотрим. Креатив меню. Участок. ТП-шнуться на участок. На спаун креатива. Креатив. Креатив. Вот в данный момент я не могу использовать, как видите. Должно вылезти какое-то информационное окно, но его нет. И назад в лобби. То есть мы ворачиваемся с вами на спаун. Ну так вот. Что мы с вами еще тут проверили? Дюб. Давайте быстро все просмотрим. Дюб. Давайте быстро до дюпа добежим. Сохранение мира, как видите, сохранение завершено. В общем-таки, сервер. Стараюсь максимум делать. Так, в дюпе тут... Я, в принципе, не помню, что у нас можно делать, но, как мы видим, мы можем дюпать вещи. Опс. Единственный минус того, что вы видите, сломался наш доблестный блок. Но я уберу это. Защиту от криперов, от взрывов и тому подобное. Нам нужно стараться как можно меньше попадаться к криперам и всяким прочим таким уродам. Как мы видим, у нас тут, когда мы прыгаем, здоровье не заканчивается. Этот мир лишен такой способности. Ну, в общем-таки, давайте вернемся на спаун, введем простую команду спаун и так далее. Так, вот. Так, как мы видим, дюб и survival. Давайте посмотрим на survival. На survival. Так, вы видите, вылезла группа моя, VerixCraft. Тоже информационное окно. Давайте посмотрим, просто я вам в краткости покажу. Конечно, не хочу самого вам, чтобы тут криперы взрывались, разрушать мир и тому подобное. Спаунер мобов. Как вы видите, это режим выживания, тут вы также сможете донатить, телепорты есть, как вы видите, табличка висит в данный момент, сундуки, и вы не можете их открывать. Телепорты в ад, как вы видите, и телепорт в мир Эндера, как вы видите. Тут уже можно будет спокойно понять по такому положению, в общем. Так, это, скорее всего, был зимний биом, но он почему-то не работает. В общем-таки, пока что доступно, то доступно. Как мы видим спаунера? Что у нас тут такое? С. Сундук. Ничего нету. Тут тоже ничего нет. Смотрим. Спаунеры. Скелет-наездник. Сламбой мод. Идеален для новичков. А, вот, ребята. Это вам дает возможность, чтобы вы, естественно, смогли набирать себе опыт и тому подобное. В общем-таки, я вам так рассказал. Назад в лобби, то есть спаун. Ну и, собственно, на спаунерах вы тут сможете зарабатывать опыт и тому подобное. Вполне хорошая вещь для новичков, как вы видели, было написано в начале игры. Что у нас дальше? Магазин. В магазине вы сможете также донатить меню покупок, главное меню, стройблоки. Просто нажимаете на него левую кнопку мыши и выбираете, что вам нужно. Оружие и доспехи. Каждое оружие стоит, видите, майнкрафтовских денег. Да, как я не ошибся, майнкрафтовских денег. Меню продаж. Также с... Все это можно купить за деньги. Майнкрафтовские деньги не нужно донатить, а, естественно,
тут все работает через внутриигровую систему. То есть в игре вы там, например, пашете, работаете и, в общем-таки, такие виртуальные деньги получаете и на них покупаете ресурсы. Вполне неплохо. Ну и вот, в общем-таки, все уюты. Тому подобное. Ну, это так, знаете, я так думаю, для красоты еще было сделано. Ну и вот, в общем-таки, простой мир. Идите, спокойно. Видите, я не могу ломать. Нам нужно отойти подальше и развиваться. Давайте отойдем. Мир как мир. Все, мы сейчас с вами отойдем. Так. Сейчас посмотрю. Если дальше не будет ломать, то я настрою все. Буду настраивать. Все было сделано. А, ну вот и все, как вы видите. Дальше идите, развивайтесь спокойно. Тут, считай, просто можно развиваться, играть в Майнкрафт и тому подобное. Множество функций, короче. Так, давайте же вернемся опять на спаун. Вот, напротив нас Survival и тому подобное. Давайте посмотрим, у нас Island, Skybox и Mob Arena. Давайте побежим. Да, блядь. Так, давайте быстрее тогда... Ну ладно, в принципе, сейчас мне трудно будет делать себя админом. В общем-таки, Skyblock. Такие, ну, как видите, там прыгать нужно и тому подобное. Ну, по крайней мере, помню я так. А, ты мне хер что сделаешь, да? Ну, вот, все. Skyblock, как видите, красиво. Прикольно. И тому подобное. Ой, только не крипер. Ой, только не крипер. Ой, я лучше сдохну, но не, чтобы ты чмо взорвалось. Ну, мы умрем сейчас с вами, естественно. Так. Что еще вам показать? Креатив, Skyblock, Island, острова. Тоже интересная штука. Сейчас покажем особенности все нашего сервера. Сделаем с самого начала мало серверов, штук 20 максимум. Потом уже будем развиваться дальше. Как мы видим, остров. Я не помню, что тут нужно делать. Вроде тоже так же можно развиваться. Ну, мы видим, это реально похоже уже на остров. И тут уже, как вы видите, снимается ХП при падении. Упс. Упс. Ну, как мы видим, да, островок. Чем-таки, ничего нового. Так, что у нас есть? Как мы видим, показываем у нас смертей 3, моб убийство 1, и тому подобное. Island. И давайте посмотрим моб арена. Моб арена. Арена. Что у нас там? Вы видите, выберите классы, кликните по железу, также Knight, Chemist и тому подобное. Просто видите, выбираете класс, чтобы выйти, вводите команду MA1. Все. Вот джоб. Ну и в общем-таки, вот как видите, зелье такое. Дается вам, я, конечно, не помню, что тут делать нужно. Жоп. Ну, просто тыкайте правую кнопку мыши, и вам даются и вот предметы. Ну, в общем-таки, сами будете потом разбираться. В принципе, я сейчас вам просто кратко так покажу, что у нас тут есть. Вводим MA1, чтобы выйти. MA1. А, это моб арена. Тогда давайте просто вернемся на спаун. Ага. MA1, чтобы выйти. Я живел. Так, ладно. Давайте суицида. Блин, у нас блокирована команда на арене. А, все, мы можем идти с кем-то там чпохаться. Мы видим, вам на моб арене дают MA1. Ну, MA1, ёпт. Что за бред? В общем-таки, тут что-то у нас такое MA. MA help. А, вот, MA lift, давайте ведем, попробуем. Все. MA1 не нужно нажимать.
Ну, в общем-таки, сдох и так сдох. Так, ну, в общем-таки, я вам показал дюб. Паркур. В общем-таки, показал вот эту часть. Сейчас давайте будем показывать вам голодные игры и паркур. В данный момент на спауне вам мобы не смогут нанести урон, но если тут будут спауниться криперы, я, конечно, сделаю так, чтобы блоки не взрывались, чтобы урон от взрыва крипера ничего не было. Вот как мы видим с вами голодные игры, арена и тому подобное. В общем-таки, как-то так. Что у нас тут есть еще? Так, варп. Арена четвертая. Как мы видим, кликаем правую кнопку мыши, 1-1, соединился к игре. Ага. Лифт надо тогда. Ну и... давайте попробуем малиф ввести. Ну или спаун. Почему-то нас не допускают. Сейчас давайте ведем туда. Арена. Что там есть у нас такое? Арена. Арена, хелп. Причем таки килл давайте ведем. Ну или просто давайте попробуем выйти с сервера. Просто у меня уже, я не помню команды какие, что, зачем идет у нас. Так, у нас сейчас давайте выйдем логин. И пароль. Пароль у меня все будет, конечно. Не думаю, что, например, если я поставлю сервер, логин будет один и тот же. Вот так вот, показывал я вам голодные игры, так вкратце. Паркур. Давайте посмотрим на паркур. На паркуре, как вы, может быть, уже видели, там нужно прыгать с одного блока на другой. Вполне-таки тоже интересно, но это все-таки уже зависит от человека. В общем, скоро. Как вы видите, там уже паркур, там всякие команды появляются и тому подобное. Как мы видим, карта первая, карта вторая. Тпхаемся на карту первую. Паркур, все знают, паркур, прыгать нужно там и тому подобное. Йо-хач. И в общем-таки также можно проходить заново. Ну что ж, показываю вам паркур. И давайте еще там, что у нас осталось. Скорблок, дюб, креатив. И тинтиран. И сплиф. В общем, как-то так. Сплиф-арена какая-то вроде. Давайте посмотрим. Оп. Это тинтиран. Не помню, как, в общем, тут все делается, но все-таки давайте попробуем. В общем-то, как вы видите, для набора игроков тинтиран, конечно, не будет доступно одному человеку. Нужно набрать народ и идти гамать. А что у нас тут еще может быть? Join. Во. Что тут такое? You join at the arena. Боб собрал 18 мусора. Ну так вот, как мы видим, TNT Leaf, Leaf, Leaf. Просто правую кнопку мыши тыкаете, и все. Вы вернулись. Так, давайте вернемся на арену. И последнее, что мне вам нужно будет показать. Это сплиф. Сплиф арена, скорее всего. Я, конечно, не помню, что в данный момент там будет, но все-таки попробуем с вами мои настройки. Так. Давайте посмотрим. Так, кстати, вот на тап нажимаете, как видите, лобби показывает онлайн, спаун и тому подобное. Survival, видите, 1.15. То есть, один игрок из 15 максимально. Так, сплиф. Нажмите на арену, нажмите на табличку. То есть, выбираем арену. Чтобы начать игру, кликай по губке. Я кликнул. Чтобы выйти, чтобы начать игру, кликай по губке. Я начал игру, я уже готов. А что тут делать-то нужно? Скорее всего, пиндоситься с кем-то надо. Я готов. А, вот что-то у меня назад в лобби и донат. Ну, в общем, как вы видите, так. Команда доступна, также берется вещь. На правую кнопку мыши тыкаете. Как вы видите, вы можете использовать только сплиф команды. Так, ну ладно.
Это сейчас я вам скажу. Также вам дается донат. Также правой кнопкой мыши можете тыкнуть. Но это потом. Как видите, мы вводим с вами SPL Leaf. И возвращаемся обратно. Ну, в общем-таки, как-то так. Ах, ребята, все. В данный момент я вам показал, как вы видите. Майнкрафт так Майнкрафт, Hunger Games. Дофига различных режимов, в общем-таки. Простой Майнкрафт, развитие простое и тому подобное. Сделаю дешевый донат сначала. Ну, а дальше уже будет все зависеть от вас. Ну, и от меня, конечно. Так что, ребята, ждите, конечно, лето. Кто, конечно, помнит мой сервер в данный момент. Создам вот такой сервер в данный момент. Выложу я на YouTube, если я его, конечно, уже полностью официально открою. И буду набирать народ. Ну или, ребята, конечно, кто хотите, идите играйте на моем сервере. В данный момент будет версия 1.5.2. Подстрою под него лаунчер. Опять повторюсь. И тому подобное. Ну так вот. Что же я вам объяснил и показал. Такой вот сервер будет. Ну и все, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео, новости мои про Майнкрафт, про мои сервера и тому подобное, что же новое я в данный момент буду добавлять и тому подобное. Оставляйте комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось, конечно, видео и сервер. Ну, если понравился сервер, вы можете его более подробно обсудить, просто пишите в комментарии, я вам в данный момент буду пробовать все отвечать. Все, ребята, до скорого и до следующих новых видео.